В Надымском ремонтно-механическом цехе готовятся к перемещению участков и перестановке оборудования. А параллельно проводят косметический ремонт там, где это необходимо. Организовать работу цеха не в ущерб производственному процессу – главный вопрос на повестке дня в управлении аварийно-восстановительных работ. Больше чем в два раза увеличилась территория ремонтно-механического цеха. Причина в том, что другой цех по ремонту технологического оборудования сменил прописку. С начала 2019 года он переехал на Баваненково. Одна из актуальных задач управления аварийно-восстановительных работ – правильно организовать работу РМЦ. Когда пройдет весь круг согласования, мы в течение года постепенно, помаленьку будем уже, оптимизируем всю работу всего, скажем так, уже нашего здания. Мы будем устраивать техпроцесс таким образом, чтобы было все быстро, компактно, и без каких-либо потерь. На персонале лежит большая ответственность. Оборудование, детали и запасные части в полной мере должны отвечать требованиям безопасности в процессе газодобычи. Уже определено, что на месте участка газовой резки разместится другой. По свидетельствованию автомобильных газовых баллонов и зарядки огнетушителей, он пока что находится в соседнем здании. То есть, чтобы это все было сосредоточено в одном здании, на одной производственной площадке, тогда потери времени будут минимальные, да, по перемещению оборудования, баллонов, соответственно, КПД наше вырастет. На сварочно-монтажном участке оживленно. Персонал выполняет очередную заявку, которая поступила от Надымского нефтегазодобывающего управления. Важно оперативно провести капитальный ремонт теплообменника и вернуть его на газовый промысел. Происходит капитальный ремонт теплообменника для НГД. Процесс заключается в том, что мы срезаем старые трубные доски, изготавливаем новые трубные доски, подрезаем трубки теплообменника, после чего по новой собираем этот теплообменник. В ходе ремонта восстанавливают состояние оборудования или же значительно улучшают его технические характеристики за счет модернизации. А в рамках масштабных преобразований важно организовать работу цеха не в ущерб производственному процессу и там, где это необходимо, провести ремонт. Проводится ремонт у нас комната отдыха персонала, да, то есть полностью там покраска стен, замена линолеума, будем постепенно туда оборудовать технику, столы, то есть чтобы люди, которые на обед, например, да, не ездят на обед, могли остаться здесь спокойно, в спокойных условиях, комфортных, да, покушать, там, отдохнуть. Экономия до минуты, оптимизация на уровне, на всех фронтах ремонтно-механического цеха в Надыме. Светлана Тусида, Сергей Черков, телевидение «Газпром. Добыча. Надым».